Привет, друзья! Хай! Мы в дома-баре с Пашей Лихорадом, и сегодня мы поговорим о таком замечательном коктейле, как Gin Fizz. Ну, в частности, ты его будешь делать с белочком? Да. Мы будем говорить о серебряном физе. Это вообще физ – это один из самых старых коктейлей. Одно из первых упоминаний о нем – это 1887 год. Джерри Томас в своем «Бартендер гайд» описал 6 видов рецепта данного коктейля. И последующие 40 лет – это было кошмаром и адом для любого бармена. Если ты хочешь достать бармена, закажи ему Gin Fizz. Потому что бармены в Новом Орлеане работали посменно, круглосуточно, целыми командами. У них даже были специально обученные барбеки, которые стояли сзади и взбивали данный коктейль. Так как этот коктейль до сих пор делался не блендером, шейком. Самое сложное в нем – это взбить. Поэтому, чтобы это все пенилось. Ну, to fizz по-английски – это пениться, шипеть. Поэтому, друзья, Павел Лихорад, дома-бар, Gin Fizz, серебряный физ. Прошу вас. Приветствую. Значит, для приготовления нам потребуется белок одного яйца, уже отделенный в нашем случае. Порция джина. В нашем случае это будет 60 мл. Двадцать миллилитров сахарного сиропа. И 40 миллилитров лимонного фреша, свежевыжатого. Сливаем талую воду с нашего шейкера. И, как сказал Митяй, очень долго и обильно это все взбиваем. А потом взбивает, я подготовлю бокал. Отфильтровал наш коктейль на бокал со льдом. Добавляем немножко газированной воды. Немножко перемешаем. Гарнируем лимончик. Две трубочки, и наш коктейль готов. Ну что ж, друзья, надеюсь, после просмотра данного видео пройдет не 60 лет, так как коктейль появился в Новом Орлеане в 1887 году, а старый свет его увидел в 1950 году. Поэтому я надеюсь, что пройдет гораздо меньше времени, когда вы придете в дома-бар, попробуйте Gin Fizz, нас посмотрите на barhook.ru. Спасибо, друзья, всего хорошего!